Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников, знакомиться с их автобиографией. Маттео Пугльезе. Скульптор-художник. Родился в Милане в 1969 году. В 1978 его семья переехала на Сардинию, где Маттео прожил следующие 12 лет. За это время у него развилась сильная любовь к рисованию и скульптуре, и он продолжил свою художественную деятельность без какого-либо формального образования. После окончания классической средней школы в Кальяри он вернулся в Милан, чтобы поступить в университет. В 1995 он получил степень по современной литературе в Миланском университете, защитив дипломную работу по искусствоведению. В 2001 году он организовал и профинансировал свою первую персональную выставку, арендовав частное выставочное пространство в центре Милана. Всего 18 месяцев спустя он провел свою первую официальную выставку в галерее Брея Милан. А еще через несколько месяцев провел персональную выставку в Брюсселе. Сегодня его работы находятся в постоянной экспозиции галереи Италии и крупных городов по всему миру – Нью-Йорка, Рима, Гонконга, Лондона, Антверпена, Лугана и были показаны на некоторых из самых важных итальянских и международных художественных ярмарках в Париже, Гонконге и в Мадриде. Последние годы его работы с большим успехом продавались в некоторых из самых престижных мировых аукционных домов изобразительного искусства – Кристи, Сотби, ну и так далее. Работает в настоящее время в Милане. Так, вкратце о Маттео Пугльезе, художнике-скульпторе, который родился в Милане. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.